Интересно, как я выберусь отсюда? Я должен добраться до компьютера. Где Аль-Юсеф? Где твой босс? Кто? Я не знаю никакого Аль-Юсефа, клянусь! Не убивай меня! Говори код. 54891. Не подходит. Там четыре цифры. Не дури, я шутить не буду. 6090. Нужно уходить.
О, да. Вайс. На лодке меня поджидали. Ты узнал еще что-нибудь? Настоящее имя Аль-Юсефа — Саид Эль-Бадами. Он работал на твоего отца и оказался двойным агентом. Чтобы избежать огласки, он заказал убийство. Что известно про убийцу? Драка с действительно Эмилио Эрнандес да Сильва. Каждый понедельник он ездит в Гавану на совещание штаба. Его кортеж выезжает из небольшого морского порта. Лимузин сейчас стоит там. Осмотри его как следует. Хорошо. Отправь мне фотографию. Thank you.
кабель выдержит мой вес. Здесь слишком много охраны. Теперь самое интересное. Интересно, где у них карта? Внутри кто-то смотрит телевизор. А что если повернуть антенну?
Есть. Вот она, карта. Это лимузин генерала. Ого, вот это броня. Понадобится самый крупный калибр. Здесь не пройти. Я от Вайса. У меня не совсем обычный заказ. Хорошо. Что именно вам нужно? То, что сможет пробить дюймовую броню с приличного расстояния. Ясно. Когда вам это понадобится? Через 4 дня. Будет сделано. Стойте! Я должен вас обыскать.
Альфонсо? Да, сэр. Чем могу помочь? Майк Вайс рекомендовал мне это кафе. Говорят, ваши десерты убийственно вкусные. А, вы друг мистера Вайса. Груз прибыл, но он еще не собран. Все делалось в такой спешке. Мне сказали, что все готово. Готово, да, но я не успел собрать винтовку. Ее детали тут, поблизости. Где? У вас есть карта. Я отмечу. Это вам. Но учтите, с этим охрана вас точно не пропустит. Спускайтесь в канализацию. Кстати, в это время года с колокольни открывается замечательный вид. Дальше действуйте в одиночку. Если что, мы с вами не знакомы. Удачи вам. Адьос, сеньор.
Вайс. Где сейчас Саид Эль-Бадами? Скрывается в Афганистане возле одной горной деревушки. Я отправлю тебе спутниковые фотографии и кое-какие сведения. Отлично. Когда пересечешь афганскую границу, тебя встретит наш человек. Он проводит тебя к убежищу Эль-Бадами. Хорошо. Ты ему доверяешь? Да. Он наш агент, его зовут Назир Аль-Вахил. Он снабжает нас информацией о маджахедах. Я понял, Майк.